Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней лекции – управление знаниями. По плану рассмотрим следующие вопросы. Управление знаниями, корпоративная память, системы ОМС, особенности построения ОМС. Одним из решений по управлению знаниями является понятие корпоративной памяти – corporate memory, которые по аналогии с человеческой памятью позволяют пользоваться предыдущим опытом и избегать повторения ошибок. Корпоративная память фиксирует информацию из различных источников предприятия и делает эту информацию доступной специалистам для решения производственных задач. Корпоративная память не позволяет исчезнуть знаниям убивающих специалистов. Она хранит большими объемами данных, информации и знаний из различных источников предприятия. Они представлены в различных формах: базы данных, документы, базы знаний. Существует два уровня корпоративной памяти: явные и неявные знания. Причина интереса к системам corporate memory. Работники предприятия тратят слишком много времени на поиск необходимой информации. Опыт ведущих и наиболее квалифицированных сотрудников используется только ими самими. Ценная информация захоронена в огромном количестве документов и данных, доступ к которым затруднен. Дорогостоящие ошибки повторяются из-за недостаточной информированности и игнорирования предыдущего опыта. Возможность системы СМ обусловлена также тем, что знания, которые не используются и не возрастают, в конечном счете становятся устаревшим и бесполезным, так же как деньги, которые сохранены без того, чтобы стать оборотным капиталом, в конечном счете теряют свою стоимость, пока не обесценятся. Напротив, знания, которые распространяются, приобретаются, обмениваются, генерируют новые знания. Таким образом, любая система автоматизации затрагивает проблему хранения корпоративных знаний, но только система СМ делает это в явном виде. Тем самым сохраняет этот драгоценный ресурс, а не растворяясь его в алгоритмах, бизнес-процессах и спецификациях. СМ фактически представляет следующий уровень автоматизации для тех компаний, которые уже справились с автоматизацией данных и являются хорошей стартовой площадкой для тех, кто хочет создать интегрированную систему, а не лоскутные идеалы. Уровень первый. Уровень материальной и явной информации – это данные и знания, которые могут быть найдены в документах организации, в форме сообщений, писем, статей, патентов, программ и так далее. Уровень персональной или скрытой информации – это персональные знания, неотрывно связанные с персональным опытом. Оно может быть передано через прямой контакт, с глазу на глаз, через процедуру извлечения знаний. Именно скрытые знания – это практическое знание, которое является ключевым при принятии решений и управлении. При разработке систем корпоративной памяти можно выделить следующие этапы – накопление, извлечение, структурирование, формализация, обслуживание. Значит, накопление – это стихийное или системное накопление информации в организации. Значит, в извлечение входят те знания, которые мы приобрели при ходе разработок. Структурирование – на этом этапе должны быть выделены основные понятия, выработана структура представления информации, обладающая максимальной наглядностью, простотой изменений и дополнения. Формализация – представление структурированной информации в форматах машинной обработки, то есть на языках описания данных и знаний. Обслуживание. Под процессом обслуживания понимается три процесса обработки знаний. Это корректировка формализованных знаний, удаление устаревшей информации и фильтрация знаний для поиска информации, необходимой пользователю. Правила проведения первых четырех этапов подразумевают владение инструментами инженерии знаний. Основной ошибкой практически всех автоматизированных систем является главенство и доминирование этапа 4, то есть программная реализация над предметом области постановки этапов с 1 по 3. В системах СМ это особенно опасно, так как именно предметные знания являются ядром таких систем. Существуют различные подходы, модели, языки описания данных знаний. Однако все большую популярность в последнее время приобретает онтологии.
Онтология – это формализованное представление основных понятий и связи между ними. Его ввел в информационные технологии Том Груберг в 1993 году. Ранее этот философский термин означал учение о бытии, затем он переместился в область точных наук, где полуформализованные концептуальные модели всегда сопутствовали математическим строениям определения. Под определение онтологии подпадают многие понятийные структуры, как иерархия классов в объектно-ориентированном программировании, концептуальная карта, тематические сети и тому подобное. Онтология – это структурированная спецификация некоторой предметной области, ее формализованное представление, которое включает словарь, указатели на термины предметной области, логические выражения, которые описывают, как они соотносятся друг с другом. Таким образом, онтология обеспечивает словарь для представления и обмена знаниями о некоторой предметной области и множество связей, установленных между терминами в этом словаре. Для описания онтологии существуют различные языки системы. Наиболее перспективным представляется визуальный подход, позволяющий специалисту непосредственно рисовать онтологию. Это помогает наглядно сформулировать и объяснить природу и структуру явлений. Визуальная модель, например, граф, обладает особенной познавательной силой. Любой программный графический пакет от Paintbrush до Visual можно использовать как первичный инструмент описания онтологии. Существуют специальные инструменты, например, Cake, Weekend. Они позволяют визуально проектировать онтологию любой предметной области. Онтология строится как сеть, состоящая из концептов и связей между ними. Программа визуализации онтологии является инструментом, позволяющим сделать видимыми структуру корпоративного знания. В простейшем случае построение онтологии сводится к выделению концептов базовых понятий данных предметной области, построению связи между концептами, определению соотношения взаимодействия базовых понятий, сравнение построенной онтологии к имеющимся, проведение параллелей с другими областями знания. Преимущество использования онтологии в корпоративной памяти является системный подход к автоматизации предприятий, при этом достигается системность. Онтология представляет целостный взгляд на предметную область. Единообразие, материал представлен в виде кодинга, гораздо лучше воспринимается и воспроизводится. Научность, построение онтологии позволяет восстановить недостающие логические связи во всей их полноте. Онтология не только цель, но и средство формирования системы корпоративной памяти. Для управления корпоративной памятью существует ОМС, автоматизированная система корпоративной памяти. Они должны накапливать знания и управлять ими. ОМС могут работать как на первом уровне с явными знаниями, так и на втором уровне со скрытыми знаниями, зафиксированными в формате экспертных систем. Основные функции ОМС – это сбор и систематическая организация информации из различных источников в централизованное структурное информационное хранилище. Интеграция с существующими автоматизированными системами на техническом уровне – это означает, что корпоративная память должна быть непосредственно связана с помощью интерфейса, с теми программами, которые работают в организации, текста и табличного процессора, базы данных, обеспечение нужной информации по запросу и при необходимости. Конечная цель ОМС состоит в том, чтобы обеспечить доступ к знаниям всегда, когда это необходимо. Для того, чтобы это обеспечить, ОМС реализует активный подход распространения знаний, который без запроса пользователя автоматически обеспечивает полезные для решения задач знаний. То есть система должна действовать как интеллектуальный помощник пользователя. Корпоративная память имеет более умеренные, более скромные цели, менее амбициозные, чем использование ЕС. Это связано с тем, что технология обработки данных применяется гораздо шире, чем технология обработки знаний. ОМС обеспечивает выдачу информации по запросу пользователя, но оценку и интерпретацию этой информации оставляют пользователям. С другой стороны, корпоративная память расширяет эти технологии работы со знаниями, чтобы улучшить качество решения задач. Так ОМС включает подсистему объяснений, которая позволяет непосредственно отвечать на вопросы «почему» и «почему нет».
Кроме того, ОМС не только выдает информацию, но должна быть готова воспринимать новую информацию от ее пользователя. Если хранилище данных содержит в основном количественные данные, то корпоративная память ориентирована в большой степени на качественные данные. SM-системы генерируют знания из широкого диапазона баз данных, хранилищ данных, рабочих процессов, статей новостей, внешних баз, веб-страниц, и, конечно, люди представляют свою информацию. Таким образом, хранилище знаний подобны виртуальным складам, где знания распределены по большому количеству серверов. Пример системы управления знаниями. Международное консалтинговое агентство Booz Allen Hamilton использует компьютерную систему COM, Technology Online, объединяющую 6700 сотрудников компании, работающих в 80 офисах в разных странах мира. Эта система упрощает задачу обмена идеями между сотрудниками компании, распространенными географически. Она также обеспечит оперативный простой доступ всех 80 офисов компании, текущей информации компании и мнениями экспертов по тем или иным темам. Библиотека знаний агентства Booz Allen Hamilton сегментирована по трем ключевым направлениям. Хранилище знаний – это подраздел системы, содержит свыше 4000 документов, структурированных по тематике, а также отраслям и географическим регионам своего происхождения или использования. Консультанты имеют возможность задавать языковые запросы и осуществлять предосмотр результатов поиска по кратким аннотациям документов. Документы хранилища содержат актуальные взгляды, идеи, знания компании. Это позволяет всем сотрудникам компании иметь оперативный доступ к самой свежей информации, что представляет собой одну из форм интернализации. Подраздел профессиональной специализации. В этом разделе представлена информация о профессиональной специализации сотрудников Booz Allen Hamilton. Наличие этой информации позволяет персоналу компании оперативно устанавливать наиболее подходящую кандидатуру для решения определенных запросов клиентов. Подраздел выполняет функцию посредничества. И третье – это инструменты коллективной работы. Эта группа предложений обеспечивает коллективную работу по двум направлениям: частная коммуникация, касающаяся вопросов разработки услуг и взаимодействия с клиентом, и публичная коммуникация, в рамках которой представлена своего рода справочная служба по вопросам знания, а также группа обсуждений, позволяющая обучать новые знания. Данный подраздел также выполняет функцию по сотрудничеству. Спасибо за внимание.